Привет всем. Глыбаца. Сосочек. Здорово. Я тут посмотрел, оказывается, я... Это последняя глава осталась у меня. Все. Возвращение в крепость черепа. Следующая глава. Причем в игре главы разделены на... Два разных прохождения. Одна за Фергюса, вторая за Ваята. Ну, то есть с ним. Не знаю, что они так сделали, сомневаюсь, что там сильно много разницы. Ну, неважно, я выбрал этого, с этим пройдем и все. Собственно, да, последняя глава осталась. После чего Wolfenstein The Old Blood, который вроде как проходит часа за 4, и который у меня еще не скачан. А скачается он только через 35 минут. Кстати, надеюсь, стрим не будет лагать, хотя не должен, потому что... Загрузка игры все-таки на стрим никак не влияет вроде. Вот. Картген, привет. Гривер, здравствуй. Дотров, папа Хед, здорово. Тимон Дэр, Фопик, здравствуй. Кто еще? Кота Хирана, здорово. Че, давайте начинать, че? Ну, продолжать вернее. Где мы там остановились? На подводку, по-моему, да? Сейчас. Если я ничего не путаю. На подлодку и, собственно, в крепость череп. Задача выстрелить из пушки. Хорошо. Хорошо. Арт Дарк, привет. Мерсер, здравствуй. Выбрал инвалида, который не может поднять сварку и просит начальника это сделать. Да, это точно. Он самый. А, медленно. Да, я заметил. Ладно. Stand by, Cap. Readying the payload. И, да. Они же там вроде ядерные боеголовки хотели юзать против черепа, нет? Оно и есть? А, не, это та фигня, которую мы на мосту юзали тогда. Минус стены. Неплохо. Здесь оверкилл, здравствуй. Найсек, здорово. А, ненавижу плавать в этой игре, это так медленно. Почему-то, чтобы быстро плыть, надо shift спамить, а не просто зажать. Не знаю, кто это придумал. Да, идем, идем. Ну, что лежит? Блин, меня бесит то, что из-за альтаба, наверное, игра сменила, короче, на русский язык раскладкой, показывает букву У, а не букву Е на подбор шмоток. Ладно, что у меня есть? У меня есть все. Вроде как. Ножей немного. О, ножики. Хочу кого-нибудь скрытно убить вначале. Ух, сколько здесь лута-то. Фул броник. Последняя глава. Кажется, нас готовят к боссу. Наверное. Да, нормально, нормально так лута. Все ж, все пушки просто. Все патроны. Токсигена, привет. Вообще его не череп зовут, но наши локализаторы опять накосячили. Да, кстати, его зовут... Они, по-моему, его Death Head называли или что-то такое, то есть... Голова смерти, Чё-то такое, да.
Так, погнали вначале по скрытности немного. Нож верни. Спасибо. Че ножи такие опешные? Шариндог, привет. Так, вот это была плохая идея. Так, ладно, можно в них из-за укрытия немного пострелять. О, боже, нет, только не этот, с дробовиком. Надо его ракетами. Ага. Не знаю, зачем я хочу в конце игры делать задание по выстрелам из-за укрытия, которое мне, в принципе, уже ничего не даст, но раз это консольный шутан, значит, и играть будем консольно, правильно? Че туда убегать? Вот смысл туда рашить. Надо что не забыть подобрать. Карта крепости. Окей. Привет. С двух ракет вообще норм. Ау. Да много вас там еще, ну. Я уж думал, все сдохли. Еще откуда-то идут. Нажмите букву У. О, боги! Так, против роботов мы работаем лазер-крафтверком. Что-то этот робот не очень умный. Дамажу ли я его вообще? Абуз! Автопанцер, вы получили перк. Израсходовать весь заряд, попав в противника. Микпан, привет. Не, его туда вот надо стрелять. И сколько мне еще так дамажить? Офигеть! Три полных боезапаса. Практически с топовой пушки. Ну ладно, бывает. Куча брони. Которая мне не очень нужна. Открыта новая модель. Череп. Ну давай посмотрим на тебя. Генерал Вильгельм Штрассе по прозвищу Череп. Кстати, в следующей части, судя по картинкам, которые я видел в нете, будет вот эта баба, у которой пол лица в этой части разорвало, которая ходила с Буби. Вот, так что, возможно, стоит про нее почитать. Зефиру ей, здравствуй. Вот скажите, у кого есть консоли, кто там играет в шутеры через укрытие, кто такой мазохист? Не знаю. Не знаю, чувак. Бабушка Нази, да, она самая. Ой, привет. Блин, я свой нож так и не забрал. Опа. Изи. меткость. Так, вот эти роботы, это грустно. Так, мне нужно вначале вот этого вот минусануть быстренько. Есть. Так, теперь берем точно так же снайпу, переключаемся на режим лазера и убиваем вот того.
И с них же броньку пособираем сейчас. Все? Окей. Врубай тяжелую артиллерию. Ну, это все, что у нас есть. Так, надо свой нож забрать, кстати. Это что? А это мне туда надо. Сейчас отсюда попрут. Какой я меткий. Да. Короче, будем делать вот так вот. Вообще хотел вот с этой пушкой бегать. Че он ее убрал? Игрок, здравствуй. О, боги, нет. Боже, какая она меткая. Просто офигеть. Зачем я взял пистолет? Нет, эту штуку не перезаряд... Окей. Стоп, он сюда зашел? Ладно, не стоит опять выходить сюда. Сейчас будем опять этот в консольный геймплей играть. Врубаем снайпу. Врубаем вот эту штуку. Что-то мне не нравится, что он сюда идет. И вообще. Слушай, ну он в дверь не пролезет, по идее. Да умрешь ты уже. Умер. Отлично. Вот только без автоима, ага. Опа, он там встал. Что это? Быстро этот снайпа стреляет, вообще топ. Интересно, что мощнее? Лазер крафтера? Крафтверк или моя снайпа? Ну, уже не важно, в принципе. Минус робот. О, вебка в углу. А я в основном на новинке так и делаю вебку в угол. Потому что она мешает субтитрам. Ты просто... Умри от своей же пухи. Изи. Кстати, мне там все еще с пистолетов надо убивать, я помню. О, боже, сколько вас. Не хочу это брать. О, давай. Фул заряд в него. Минус. Как ты еще жив? Как ты еще жив? Все. Отлично. О, минус хпшка. Вылез, блин. Минус броня, если быть точным, но все-таки. Минус хпшка тоже.
Ау. Иди сюда. Да сколько вы здесь еще бегать-то будете? Откуда вы вообще появляетесь? Что-то против обычных ребят лучше обычное оружие использовать. Ой. Слушай, может пройти их надо? Может они реально здесь бесконечно будут спавниться? Хотя в прошлой локации нормально было. Вроде исчезали. Да вы издеваетесь, что ли? Чё они достали? Музыка как в низкобюджетных фильмах. Ну вот на музон в этой игре нельзя жаловаться, нет. Вот на музыку здесь жаловаться точно нельзя. Лол, я должен был обновить подписку 7 октября, эй, но забыл, какого стрик не сбился. Ну, видимо, не сбился, Lost Keeper. We must stand together. Спасибо тебе за ресап. На время окончания стрика тебе дается аж месяц, так что за этот счет не переживай. То есть, в случае чего, у тебя есть целый месяц, чтобы ресабнуться. Если вдруг забываешь. Да умри ты уже. Ну что, все это время типа здесь прятались или что? О, ножички. Ваншотающие. Побегаю-ка я с двумя снайпами. На всякий случай. Сейчас как вылезут из ниоткуда. Не, нормально все. Окей, походу всех раскатал. Пойдем дальше. Сюда, да, где-то? Угу. Black Wall, добрый день. Здравствуйте. Ну-ка здесь какое-нибудь улучшение лазер-крафтверга лежит где-нибудь. Нет? Нет. Нет, ну ладно. Почему у меня на левой снайпе обычные выстрелы? Как вообще поменять левую пушку? Не знаю. Просто не знаю. Прошел всю игру, не знаю. Алло. О, здрасте. Это Буби! Привет, Буби. Фак. As the synthetic tetanus fasten further inhibits your nervous system, shutting down your motor faculties, you'll find it harder and harder to move. There we are. Oh, ich kann ich wirklich tun. Bin beschäftigt. Bin wieder in Berlin, um den letzten Dreckshaufen zu beseitigen, den Captain Blaskovic vor unserer Tür hinterlassen hat. Okay, Bubi, sag Bubi. Ich habe ein Geschenk für dich, mein Schatz. Wirklich? Hey. Ich liebe Geschenke. Zeigst es mir? Dir? Zeig ich doch alles. Bubi, dein Geschenk ist kostbarer als alles, was ich mir hätte erträumen können. Darf ich ihn für dich aufschneiden? Gerne. Где наши соратники? Oh, baby!
There's something very wrong with your cerebral cortex. Прощай, Буби. Как дела? Your booby is no more. Bitch. Открыта запись. Буби. Ганс Винкле или Буби, как его зовет фрау Энгель, родился и вырос в семье ученых-медиков. Листать-то... Как листать-то? Окей. Однако родители были крайне разочарованы, когда их сын не обнаружил способностей к наукам и пошел служить в СС. Со временем Ганс смог получить место в концлагере Беллица, что стало настоящим ударом для родителей, мечтавших для него о карьере ученого, а не тюремного охранника. Фрау Энгель заметила, что юноша тоскует по любви и одобрению, и приблизила его к себе. Ну, видимо, в следующей части мы ее и встретим, во второй. И она будет нам мстить за Буби. Да, Вольф Рамен, это был мужик. Буба любил постарше, да, им мелко нравились. И что, нас все бросили такие, типа? Ладно. Ладно. Сиуэйс, привет. Мистер Лего Дендеро. Ласкович, help me up. Зря вытащил нож из груди, так даже стильнее было. Можно было бы третье ружье вешать спереди, действительно. Вообще он может, наверное, во рту третью пушку держать и стрелять с трех оружий. Это же Бласкович. Он все может. Даже жопу ее толкай. О, Resident Evil. Первый фильм. I believe there are still places on this earth where people can go and live happy. I believe so too. Not for me and for you. Так вот, ему голову чуть не оторвало. Ну ладно. Фликса, здравствуй. Today we meet for the last time. Captain Blazkowicz. Still fighting after all these years. I remember your friend. I savor his memory. Do you remember him? Не очень похож. Да, я всего лишь в пятницу прошел первую часть игры, я помню. Да, там могу, очень клевая эпоха была.
People like you, what you pay is death and destruction. I would ask you to consider, in the end we will be judged. Not by what we have destroyed, but what we have created. Ferguson. Вовьте его в ДБД. Intelligence of the human brain. Amalgamated with the efficiency and obedience of the machine. Тоже на Ариус приятно. Ау. Я понял. Вначале мы... Эй, верни мой лазер, Крафтверк! Он против роботов хорошо работает. Дерьмо. Что, ножи? Я понял. Тебя что, одними гранатами, что ли? Минусовать надо. Только чувствую, что надо к нему теперь в мили подбежать и... Нет, плохая идея. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Фак. Так что, не надо в него нож кидать, не? Верни мой лазер, Крафтверк! Слушай, а реально там что-то надо было подбежать, можно было. У него же надо пушку забрать. Ага. Или... Не пушку. I'll see you soon, Burgess. In a better place than this. Aha! Last boss! Боже, сколько у него пушек. А что, нам дадут в робота сесть? Видимо, нет. Хорошо, убить черепа. Чё, у него щит-то такое пышное, а? Золото нашел. Золотой горшок. Так, мне надо вот сюда забежать. Я вижу, здесь можно прорезать. Тут же ничего нету, нету. Окей, сейчас встанем, мы его попробуем. Иго сюда. Забеги ты. Чёрт. Это как всегда проблемы. Ну почему ты не можешь нормально её разрезать? Так, окей, чё тут? Помимо того, что здесь можно восстанавливать...
чепуху. Что мне на самом деле не очень нужно. Ага. И что, в эту можно сесть? Можно сесть. А, за... О, понял. Так ему дирижабли щит, что ли, дают? Или нафига мне их? Там здесь что-то лежало. Хилочка. Блин, я ж тут не могу пройти. О боже, как мало хп-то. А. Блин, нормально он так расстреливает. Ладно, и что теперь? Помимо того, что он продолжает меня расстреливать. Очень кривой механ прорезания дыр в стенах, надеюсь, исправит. Такой, да. Так, ладно, что с тобой дальше-то делать, алло? Эти штуки я минусанул. Так, здесь пухи еще есть. Пошли попробуем выбраться. Может, ракетами его. Ага. Минус щит. Ну, погнали. Эй, чё? Okay. General, before the day is done, I will have you at the end of my blade and force your surrender. Come on. Все-таки ракетник, стоп. А еще можно... Блин, у меня второго автомата нет. Я хотел... С двух автоматов его. Блин, две гранаты всего осталось. А, там не залезть. Не нашел второй автомат? Нет. Зато есть две снайпы. Вот это ее шатает. А, огонь повсюду. О боже, чё, 9 хп? Окей, где хпшки есть? Есть что-нибудь?
Есть. Брони нет, только. Чё, всё? КГ? Чё ты? Дмитрий Суперход, здравствуй. Ты выбрал... Well, Captain Blazgovitz. Ау. Да-да, побольше хитов, побольше. Не, ну Бласкович не мог умереть от одной гранаты. Без руки слишком сложно, да, очень. I believe that the stars keep shining all through the night. О, сейчас бы слушать песни под авторскими правами, когда этот ролик пойдет на YouTube. Нет. Собственно, это все. 39 минут. Я мог успеть попробовать пройти ее в пятницу. Тогда. Так он что, умер в итоге? Ну как он мог умереть, Амацу? Он будет в следующей части прохождения, по идее. Так, ну что, дальше у нас The Old Blood. Прохождение прямо сейчас. Она вроде как поменьше, часа на 4. И потом в Дабаду даже поиграем, скорее всего. Блин, это получается, у меня будет два видео на ютубе прохождения Вольфенштейна. Одно на 7 часов, второе на 39 минут. Вот так вот вообще. Окей. Так, ну, супер. А, я хотел почитать про... про старуху, которая будет в следующей части. Фрау Энгель была идеологом Союза немецких девушек женской молодежной организации при Гитлер... Гитлер-Югенде.
Всю жизнь она посвятила делу национал-социализма, исполняла свой гражданский долг, вырастила 6 арийских детей на службу Фатерлянду и всегда проявляла нерушимую преданность НСДАП. Национально-социалистическая демократическая партия. What? Арийская партия, наверное. Неудивительно, что она быстро сделала карьеру в партии. Так, а ее же моделька без лица есть? Ну, в пол лица. Да, есть. Фрау Энгель. Группа опытных врачей под руководством самого черепа смогла восстановить большую часть лица фрау Энгель, но шрамы останутся навсегда. Сам череп. Генерал Вильгельм Штрасс по прозвищу Череп, подаренный ученый, который возглавляет департамент спецпроектов СС. Начисто лишенный каких-либо моральных ориентиров, Штрасс смог добиться научных результатов, которые принесли нацистам победу в войне, а впоследствии мировое господство. Во время войны Штрасс едва не погиб при катастрофе Цепелина. Чудом избежав смерти, он приобрел новый вкус к жизни и теперь наслаждается каждой прожитой минутой. Ну, про Буби мы почитали, меха-череп, робот-прототип, это все. Все, я слабак, да, я прошел игру.